Принц. Жениться хочет. Очень хочет. Ну так надо жениться. Королевство у меня совсем маленькое. Ну нет, что, ну посмотри. Достаточно большое, чтобы можно было жениться. Да? Да. Да, ну не могу же я заявить дочери короля. Хочешь за меня? Действительно, было бы несколько смело. А знаете что? Возьмите ларец и пошлите мне в нем подарок. Подарок? Подарок. Ларец у меня найдется. Даже два ларца. А вот подарки... Вы знаете, у меня есть план. План? План. Прошу, значит... Вы готовы? Сейчас. Готов? Минуту. Идем. Готов. Папина могила. Видите, на могиле покойного папы вырос куст необыкновенной красоты. Да, цветет он раз в 5 лет, и распускается на нем одна единственная роза. И вот через 2... Да, через 2 секунды она распустится. Пивай его, забываешь все горести и заботы. Совершенно верно. Соловей.
какое дивное пение! Заметьте, у него в горлышке собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. Совершенно верно. И розы, и соловей назначены мною в дар принцессе. Тащите ларцы. Ларцы! Ларцы. В этот ларец розу, а в этот соловья. Лети, подарок мой, тоску, лети дорогою воздушной, быстрей, быстрее сбывайте крылья, и сердце милое. Подари мне все то, чем сердце растревожишь, ларец серебряный не сможешь. Ей расскажите цветок и птица, чтоб ей моя любовь явиться. Летите к принцессе, она в большой зале играет с правильными владостями. У нее же нет других занятий. Просто не дурно. Просто не дурно. Эй, папа. Она не искусственная, а настоящая. Настоящая, настоящая. Погоди, сердится. Посмотрим сначала, что в другом ларце. Вы слышали? Она не оценила розы. Напоминает мне музыкальную табакерку покойной императрицы. Тот же тон, та же манера сдавать звуки. Надеюсь, что птица не настоящая. Самая настоящая. И пусть передаст принцу, чтобы он не смел ко мне являться. Вы слышали? Она не оценила соловья. Принесите мне соломенную шляпу и простую одежду. Здрасте, король. Здрасте, здрасте. Не найдется ли у вас во дворце для меня какого-нибудь местечка? Нет, нет, нет. Много вас ходит да ищет. Впрочем, постой. Мне нужен свинопас.
Ступай на скотный двор. Хорошо. У нас пропасть свиней. Прям пропасть свиней. Трещотку? 10 принцессинных поцелуев. Боже мой. А дешевле нельзя? Ну что он сказал? Даже и передать не возьму. Это ужасно. Ну так ты не шепни потише. Он требует 10 ваших. А? Он требует 10 ваших. Ну что? Поцелуй! А, вот не вяжем. Послушай, поди спроси, не возьмет ли он 10 поцелуев моих фрейлин? А? Фрейлин? А? Ну, фрейлин. Нет. 10 принцессиных поцелуев или трещотка останется у меня. А, как это неприятно. Ну, придется вам встать вокруг меня, чтобы никто не увидел нас. Идет? Идет. Ну хорошо, скажите мне, что я дам им по-прежнему 10 поцелуев.
вы будете получить моих фрейлин. Да, но нам бы не хотелось. Пустяки, уж если я могу целовать, то вы подавно. Вступайте. Нет! 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 100 принцессных поцелуев, или каждый останется при своем. Выгоняю вас обоих из моего короля. Проводите их до границы, и пусть они убираются за мной. И стрелями. Фрейлины. Да-да, ты не оценила ни соловья, ни розы, а свинопас целовала за игрушки. По делам же тебе, ты любишь все поддельное и фальшивое, а не ценишь настоящего. Ухожу. Ухожу.
Ну, один поцелуй. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Ваши мольбы напрасны. Сегодня первый день поста. Но не забывайте, что мы не смогли воспользоваться последним днем масленицы. Прости, Господи, великая грешность. Но есть такие грехи, которые я не совершу никогда. Формандум крылый, дэлжет, спиритум рэптум, инновый инвестиан. Ну, один поцелуй. Но ведь первый день поста. А так к черту пост! Пабло! Приходите завтра. Завтра! А чёрт! Разрази меня, Бог! Завтра я в карауле. Дорогой папа, если вы не можете даже первый день поста воздержаться от бранных слов, то забронитесь, пожалуйста, как вы будете. Что вы хотите сказать? Или крестная сила, или барабанная шкура. Как? Барабанная шкура, как говорят некоторые военные, когда сердце. С нами крестная сила. Какая ножка? Папа! Дурак! Папа, великая крестная сила, такие грехи, которые я не совершу никогда. Ну, один поцелуй. Нет, первый день поста. Ну, к черту! Папа. Пост. Ну, как бы не смог. Это не снарез. Мой духовник. А чертов, чертов! Отец Бартоломе. Не бронитесь. Вам следовало бы избрать себе духовника постарше. Да, да, постарше. Вот потому-то его нельзя на порог пускать. Не буду когда-нибудь обратно. А черт с ним так. Я так давно грешу ради вашего спасения. Ну, на прощание. Ну, подарите мне хоть один небесный поцелуй. Папа. Такой, каким херувимы. И кощунство. Хранят вас, Господь Бог, и Пресвятая Дева. Кормунду крэвену дэлс, спиритум рэптум инвестиан. Я буду вас сегодня исповедовать, дочь моя. Как вам будет угодно, отец мой. Я бы хотела получить отпущение греха, пока не наступила пятница. Больной вид? Да.
что ваше зеркало придает лицу какой-то зеленоватый оттенок. А я чувствую себя хорошо. Идя к вам, я даже одел в новую рясу. Итак, дочь моя, вы готовы? Да, мой отец. Ну, присядьте же, мой отец, чтобы хотя бы это угощение, которое я для вас приготовила. Благодарю, дочь моя, ибо я не вкушал еще сегодня хлеба насушенного. А слово сказать, вам уже доставили корзину бордовского? Благодарю, дочь моя, из всех вин это больше других подходит к моему плохому здоровью. Кстати, дочь моя, когда будете посылать в следующий раз мне вино, не посылайте вы его в корзине, а пошлите в ящики для книг или каким-нибудь другим образом. Почему, отец? Настоятель увидел корзину. Пришлось угостить его вином, который я берег для подкрепления во время ночных бдений. Братья тоже захотела его отведать, и вот у меня нет ни капли. Колено на этой подушке. Хормоном кровь. Ближе ко мне. Эти территории, кто вы еще ближе. Союз. Вам так хорошо? Увы, да. Достаточно ли мягка эта подушка для ваших крошечных коленок, дочь моя? Ложите вашу маленькую ручку ко мне в руку и так приступим. Я рассердилась на мою служанку за то, что она меня туго зашнуровала. Так. Увидев в церкви офицера в синей форме, я развлеклась. Недостаточно внимательно слушала богослужение. Так, так. Все, что? Я заслужила про некоторых подруг. Так, еще что? Еще? Да, мой отец. Что муха? Постная? Какая муха? Я больше ничего не пробросила в шоколаде муху. Я это заметила, но было уже поздно. Это была большая или маленькая муха? Очень маленькая мушка. Ну, в таком случае постные. Маленькие, которые рождаются в воде, это постные. А большие, которые зарождаются в воздухе, вот те сторонные. Доминик за аудиорационом моем. Клямрмел это вино. По рукам тайно ходит памфлет, озаглавленный «Откройте глаза». Интересно знать, имя сочинителя. Вы покраснели. Нисколько, это от цвета от занавески. Мы подозреваем Дона Пабло. Вы смущены? Ничуть. Дон Пабло слишком любит его величество, чтобы сочинить что-нибудь возмутительное. Я знаю, человек не особенно... Не особенно верующий. Верующий, но... Но откуда вы знаете, что памфлет направлен против его величества? Ведь вы же мне сами сказали. Об этом я вам не сказал ни слова. Ну, тогда, когда вы что-то мне послышали? Рад, что вы дали мне от Дона Пабло хорошую воду. Значит, я ошибся. У меня есть щетки, освещенные своим святейшим папой. Я их хочу подарить. Да. Привет. Это мой сигарера.
бутылочка святой воды. А что такое это? Одна дама дала мне портрет, чтобы я вывести его мужа. Она такая, она понимает, человеком, который на днях подарил мне свой портрет. Хотелось ее открыть! Вот этого я вам не могу позволить. Ну, отдайте же мне корову. Нет, нет, нет. Ну что, право, доктор. Верните же мне корову, верните мне корову. Разбил. Рассчитаем, Карлос. Портрет Дона Пабло. Что с вами, дочь моя? Изменник. Он подарил Донне Белисе свой портрет. Верните мне его, Бога ради. Я могла поверить этому предателю. Променять меня на какую-то Донне Белисе. Как может быть верен женщине тот, кто не верен даже Богу? Пабло. Вероломный Пабло. Как мне отомстить тебе? Вы ради такого изменника вы рискуете вечным блаженством? Этот негодяй способен на все преступления. Оттого я и подумал, что сочинитель памфлета он. Но раз это не он. Я могу ему отомстить. Конечно, если бы это был он. Нет, убьет. Если бы это был он, вы бы тотчас же... Да, мой отец! Это он! Ярость дитя мой лишает вас рассудка. Дон Пабло хочет поднять всю Испанию, убить короля. Вы это знаете, наверное. Клянусь в этом. Не верю. Клянусь. Молчите! Я отказываюсь от своего места в раю, если не правда то, что этот ужасный памфлет сочинил он. Изменник вам. Я вам верю, дочь моя. Поблагодарите Господа Бога за то, что Он показал вам весь ужас с порока. Ад майорем! Эй, Глория! И глаза, черная кожа, и променять меня на этого урода, на эту чумазую цыганку. Вот он, Пабло, ты раскаешься, что ты изменил меня. Каким наслаждением я увижу, как тебе на голову оденут Сан-Бенито, как ты пойдешь на аутодафе. Я хочу увидеть, как ему на голову наденут Сан-Бенито, как он пойдет на аутодафе, его будут пытать, его сожгут. Я буду винуть. Скажут еще, будто бы я это сделала, потому что недостаточно красиво, чтобы его удержать. Я хотела бы увидеть его в подземной тюрьме, в сырости. Сырость. Я не хочу видеть его в подземной тюрьме. Я не хочу видеть его в сырости. Глупо. Я не хочу твоей смерти. Боже, я выдала его тайну. Его поведут на пытку. Сожгут!
что теперь пост. Эти мерзавцы хотят, чтобы я ел постное за последним своим обедом. А их треска суха, как 500 чертей. Пабло, говорят, вы приговорены к смерти. Несмотря на пост. Если вы согласитесь отказаться от неверия, всенародно покаяться и уйти в монастырь, на этих условиях я добьюсь для вас прощения. Народно покаяться и уйти в монастырь. Хм, черт возьми. Только-то я предпочитаю быть удавленником, нежели монахом. Безбожник! Безбожник! Закоренелый безбожник! Закоренелый безбожник! Довольно увещать. Послушайте, прелестный мой друг, завтра меня повесь. Сегодня день мой. Очевидно, я в тюрьме очень подурнел, раз вы со мной так обращаетесь. Дон Пабло, я тебя ненавижу, но заклинаю тебя. Покайся. Ты меня ненавидишь? Да, изменник! Но все твои измены, как бы они ни были ужасны, не заставляют меня желать твоей смерти. Но разве я изменил тебе хоть раз с тех пор, как тебя знаю? Молчи, несчастный! Взгляните вот на этот портрет! Кому ты подарил его? Урака, сколько времени мы знакомы? 2 года. Верно. Да. Впервые я познакомился с вами, когда окончил военную сиговийскую школу. Так-так. Так? Да. Ну. Тогда я носил мундир карабинера. Ну-ну. Ну, а теперь взгляните на этот портрет. В каком я здесь мундире? М? В мундире сиговийской школы! Боже мой! Дон Пабло! Если бы ты знал, кто тебя выдал. Я! Ты! А. Ревность и злоба омрачили мой рассудок. Но ты... Ты прощаешь. Я думаю только о твоей любви. Она была сильна. Я бы так ростом, Павло, ты оденешь мой плащ и убежишь. Осторожнее. Эти мерзавцы способны повесить тебя вместо меня. Господи, что же делать? Отец Бартоломео, который привел меня сюда, должен сейчас войти. Это он вырвал у меня твою тайну. У меня кинжал за подвязкой. Какая ножка? Дай мне поцеловать ее. Ты убьешь его и оденешь его платье. Я солдат.
Я не умею убивать без оружия. Дай лучше я положу кинжал туда, где он был. Ну, святой отец, говорят, вы твердо намерены меня сдернуть? Сокрушенным сердцем, брат мой, но Донни Урака должна была сообщить вам... Скажите лучше это вы сами, отец мой, с вашим неизменным красноречием. Оставьте ваш фонарь в двери. Святой отец сейчас выйдет. Дон Пабло, я полагал, что Донни Урака поставила вас в известность о решении святой инквизиции. Вы должны, Дон Пабло, назвать имена своих сообщников. Вы должны, Дон Пабло, всенародно покаяться. Вы должны уйти в монастырь. На этих условиях святая инквизиция дарует вам прощение. Последний раз подумайте, Дон Пабло, о том, что ожидает вас там. И возблагодарите Господа Бога за то снисхождение, с которым отнеслась к вам святая инквизиция. Так убивают быков. Бери фонарь, иди за мной. Посмотри. Посмотри, нет ли на мне пятен крови. Ты не отвечаешь, папа. Идем. Мы уходим отсюда. Никогда больше. Не будем ссориться. Идем.